Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Политинформания», радиостанция «Народная волна Чикаго», самая популярная радиостанция на Среднем Западе США. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. И грянул Грэм. Это YouTube-канал, авторами и ведущими которыми являются наши коллеги, журналисты радио «Болтком», Вадим Родионов и Анна Лейтлан-Григорьева. Здравствуйте, ребята. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел сказать добрый вечер, но у вас, наверное, другой. Да, здравствуйте. Да. У нас день. Ребят, хочу сразу извиниться за, будем так говорить, мое произношение, потому что в названии вашего YouTube-канала там есть буква R, а мы с детства с буквой R не дружим. Поэтому заранее извиняюсь, если оно звучит, можно так сказать, не совсем по-русски. Вот. И тогда сразу вопрос. У вас и грянул Грэм. Такое таинственно-литературное название. Почему и как оно появилось? Ну, это хороший вопрос, на самом деле, если бы мы знали на него ответ. Потому что, конечно, мы можем сейчас порассуждать о том, что мы читали Брэдбери, и у него есть произведение «И грянул гром», и, соответственно, мы опирались на это. Но на самом деле все было гораздо проще, мы просто в пиццерии сидели после того, как решили запустить канал на YouTube, перебирали разные варианты, и вот почему-то пришло в голову вот такое название. Ну, как-то оно прижилось, и, соответственно, вот стало... Мы даже как-то воспринимаем его очень естественно. Может быть, Аня добавит? Да, но это такой таинственный персонаж, и пусть его можно воспринимать как наше альтер-эго, может быть. Наши зрители, кстати, также регулярно, когда мы проводим прямые эфиры, мы, кстати, только-только закончили эфир буквально, и сразу вышли в эфир к вам, и как раз наши зрители тоже регулярно задают этот вопрос, кто такой Грэм, покажите нам Грэма, и пока Грэм не появился в нашем эфире, но он всегда где-то с нами тут присутствует. Да, он живет вместе с нами на самом деле и как-то выполняет свою функцию, потому что когда мы задаем вопрос от Грэма, это когда мы делаем интервью, вот большое интервью, в конце мы обычно задаем вопрос от Грэма, никто не спрашивает, они просто... Наши герои, они воспринимают это как само собой разумеющееся. Есть некий Грэм, который задает финальный вопрос наших интервью. Да, иногда он шокирующий для наших гостей, бывает шокирующий вопрос от Грэма, но тем не менее как-то это очень гармонично уже стало в нашей программе. То есть надежда его увидеть все-таки остается, правильно? Ну да, может быть. Может почувствовать. Может быть, он здесь появится. Да. Прежде чем задать следующий вопрос, я бы хотел бы обратиться к нашим радиослушателям и предложить им смотреть вашу передачу «Грянул Грэм», подписываться на этот YouTube-канал, очень интересный, очень познавательный, где всегда выступают интересные люди, эксперты, которые могут дать ответ на многие вопросы, которые в данный момент происходят в мире, поэтому всем нашим радиослушателям рекомендуем подписываться на канал. А теперь... Что? Это у нас происходит в одно и то же время в нашей студии. Не знаю, услышали ли вы грохот, но это происходит в 23:09 каждый день. Очень стабильный наш сосед. Ребят, тогда следующий вопрос. Что такое сегодня современная Латвия, потому что вы живете в Риге? Как бы вы описали такой школьный вопрос? Как бы вы описали людям, которые давно не были на постсоветском пространстве и не были именно в Латвии? Ну, современная Латвия как раз пытается избавиться от определения постсоветская страна. Это страна Евросоюза, причем уже достаточно долгое время, с 2004 года. Но, тем не менее, конечно, многое от Советского Союза, вот этот фантом, он остался. Наверное, это проявляется и в отношениях определенной части людей, которые, скажем так, воспринимают и считают себя советскими людьми. Я думаю, что это тот феномен, который знаком в эмиграции, в диаспорах, в частности. Он часто такой имеет некоторую гипертрофированную форму. А если мы говорим о, скажем там, русскоязычной части латвийского общества, которая, кстати,
составляет порядка 40%, это немало. Но, конечно, Латвия — это страна, которая учится демократии, которая добилась уже определенных успехов, несмотря на то, что есть проблемы, есть достаточно серьезные проблемы, в частности, есть у нас неграждане, 200 тысяч человек, а для менее чем 2 миллионов Латвии это серьезное число, эти люди ограничены в правах. Есть проблемы, связанные с образованием на русском языке, в общем-то, борьба идет. Но в то же время я бы здесь отметил, что Латвия, конечно, это не та страна, которую иногда показывают по российскому телевидению, где нельзя говорить по-русски, где если ты будешь говорить по-русски, тебя будут бить палками или чем-то еще. В этом смысле, конечно, ничего подобного нет. Это очень безопасная, очень уютная, достаточно комфортная страна, где нет на бытовом уровне межэтнических каких-то конфликтов. Они есть на риторическом уровне, есть на политическом, есть дискуссии, есть борьба за права. Но в целом, конечно, я бы сказал, что это страна, которая учится демократии и, в общем, такое в чем даже преуспела. Да, есть определенные проблемы с демократией, определенно это существует, и мы также в наших эфирах регулярно поднимаем эти темы. И надо сказать, что Латвия, она, конечно, разная, она не черно-белая страна все же, и это хорошо, потому что вот наш министр культуры Наурис Кунтулис как-то заявлял о том, что не видит Латвию, то есть видит Латвию моноэтническим государством. Иногда такая риторика, она звучит от наших политиков, и националистическая риторика, но это обсуждается, есть возможность независимых СМИ все-таки говорить об этом, и это, мне кажется, тоже большой плюс. Ребят, не секрет, что в Америке существует, хорошо очень работает российская пропаганда. Это не секрет, мы на себе это чувствуем. Я говорю не только за Чикаго, я говорю это за всю Америку. И одним из таких вот мифов, которые пропагандирует Россия, это то, что в Латвии с утра до вечера по улицам ходят нацисты, что русским нельзя... с русскими фамилиями нельзя появляться в общественных местах и так далее. То есть мифов очень много. Давайте мы как-нибудь эти мифы развеем, либо, может, что-то подтвердим, как вы считаете? Ну, я бы, конечно, эти мифы развеял, потому что не ходят в Латвии эсэсовцы с утра до вечера, они вообще, в принципе, не ходят. Конечно, тот... информационный повод, который берет на вооружение российское телевидение, связан с 16 марта, когда проходит так называемое шествие легионеров ВАПН-СС и их сторонников. Это на самом деле не очень многочисленное мероприятие, на которое собирается несколько тысяч человек, поддерживается оно партией «Национальный блок», «Вису Латвия», так называемый, и там действительно есть несколько легионеров, но это люди уже в очень... преклонном возрасте. В общем, это происходит 16 марта. Правительство от этого дела всегда дистанцируется. Хотя есть некоторые министры, которые делают достаточно такие провокационные заявления. В частности, министр обороны Артис Пабрикс недавно сказал о том, что легионеры ВАПН-СС – это гордость латвийского народа. Ну и, соответственно, там некоторые историки, потому что латышские историки, высказались по этому поводу с таким с осуждением, я бы так сказал, потому что действительно отношение к легионерам СС здесь очень сложно, в том смысле, что далеко не все из них шли туда добровольно, многие просто оказались туда насильно загнанные, в общем-то, не гордятся этим своим прошлым. Повторюсь, в общем-то, никаких эсэсовцев на улицах Риги нет. Что касается фамилий русских в общественном секторе, то это, конечно, что касается того, что нельзя заходить русскому человеку с русской фамилией куда-то в общественное место, это полный бред, потому что, побывайте в Риге, посмотрите, в общем-то, здесь... большинство это русскоязычные, потому что там, я не помню точную цифру, около 54%, для которых русский является родной. На протяжении 10 лет мэром Риги был русский, а сняли его, в общем-то, не потому, что он русский, а потому, что коррупция процветала. Поэтому в этом смысле, кстати, русские латыши очень похожи, которые у власти находятся. Я бы здесь вообще не делил никакой национальности. Единственная проблема, связанная с именами и фамилиями, это правила латышского языка. И здесь действительно есть определенные споры, потому что я Вадим Родионов, например, в паспорте Вадим с Родионов. И вот эта буква «С» по правилам латышского языка, когда я, например, получаю визу в России,
она очень странно выглядит, когда мое имя и фамилия написаны кириллицей. И когда я приезжаю в Москву, и, например, там, на лобби в отеле, ко мне обращается не Вадим, а Вадимс. Ну, вот это такая история, которая есть. Есть еще там некоторые комичные ситуации, когда, например, вот у меня есть знакомая, у которой фамилия Щука, а в определенной транскрипции она, в общем, получает фамилию, которую я даже в эфире не могу произнести. Ну, в эфире как раз можешь, потому что это литературный. Ну, литературный, но неприятный, да. Но, конечно, опять же, эта проблема, она есть на каком-то уровне, но не так драматично, как, может быть, иногда подается. Да, но мне кажется, что все мифы, они, в принципе, возникают из-за обобщений и перекладывания какого-то субъективного опыта на целую этническую группу. Так, кстати, вот у нас премьер-министр Кришьяни Скаринш недавно в интервью заявил о том, что может понять притеснение темнокожих в США, так как латыши также испытывали этот гнет на себе от русскоязычного населения в советское время. И он привел пример из своего такого субъективного опыта, из субъективного багажа о том, что когда-то на центральном рынке он встретился с человеком, возможно, малообразованным, возможно, даже нетрезвым человеком, но он встретился с русскоязычным мужчиной, который сказал ему, что мы вас... Он плохо говорил, Каринш, наш премьер-министр, плохо говорил по-русски, и тот мужчина сказал ему, что, видимо, вот мы вас не всех перебили. То есть хамство, оно абсолютно, на мой взгляд, не имеет национальности, и что в данном случае это и подтвердило. И то, что премьер-министр переложил в данном случае свой субъективный опыт на целую этническую группу, эта риторика, она пугающая даже, на мой взгляд, потому что это только общество раскалывает. Ну и что касается там, того же 16 марта, да, если мы говорим про марш легионеров, мне приходилось 16 марта работать на марш легионеров как журналисту, и, конечно, можно услышать в свой адрес, учитывая, что я по-латышски говорю с акцентом, можно услышать в свой адрес какие-то нелицеприятные слова и там выкрики, опять же, и в то же время... Там работает достаточно много полиции, и есть и адекватные люди, которые выходят почтить память довольно спокойно, мирно и сдержанно. Поэтому здесь, да, конечно, все неоднозначно, и это хорошо, что так все контрастно. Но что касается обобщения мифов, да, я считаю, что они возникают вот из-за такого субъективного опыта, который в том числе, к сожалению, и политики позволяют себе таким образом озвучивать. Вадим и Аня, недавно вы стали всероссийскими знаменитостями, Ольга Скобеева и Евгений Попов показали вас в своей передаче «60 минут». Как, скажем так, давит ли на вас эта слава, которую показали эти два российских персонажа? И вообще, как вы относитесь к пропаганде? Есть ли пропаганда... в Латвии на телевидении, а может быть ее нету, ну а вообще вот как... И как попасть в 60 минут? Да, дайте нам совет хороший. Ну наши власти, латвийские власти, они активно борются с, в том числе, российскими каналами, как мы знаем, и эта борьба, она обратный эффект иногда приводит к обратному эффекту, учитывая, что запрет, например, телеканала Russia Today, он... Напротив, после общения, например, с нашими зрителями, слушателями, мы поняли, что он как раз спровоцировал интерес к этому каналу со стороны тех, кто раньше не интересовался, например, Russia Today и в целом придерживается таких условно-либеральных и вообще оппозиционных взглядов в отношении российской власти. Но, да, латвийские чиновники регулярно запускают вот такие проекты по запрету чего-то, как известно, запретный плод сладок, и в дальнейшем это, наоборот, подогревает интерес. Были запреты, кстати, и «Россия-1» тоже у нас. Да, ну, кстати, когда «Спутник» запретили, домен у него просто отобрали, домен ЛВ, я говорил с сотрудниками «Спутника», мне просто было интересно, как это повлияло на их трафик. Они сказали, после того, как их запретили с помпой, и они взяли домен «ком», что в интернете, в общем-то, не очень сложно сделать, и получили плюс к своему рейтингу. Ну, рейтинг вырос в 4 раза, поэтому хотите таким образом бороться с пропагандой, как говорится, милости просим, пропаганда только от этого выиграет. А это если говорить о российской. Если говорить о латвийской, то, конечно, есть перекосы и с латвийской стороны, потому что, в общем-то, тоже подгоняются иногда определенные, ну, даже не факты, просто
так повестка дня, потому что в Латвии действительно очень много говорят о России, даже тогда, когда, в общем-то, наверное, этого делать не стоило, потому что нет информационного повода. Но Путин, как такой некий мобилизующий фактор, он присутствует в том числе у той самой партии ВИСУ Латвия, которая ходит к памятнику свободы вместе с легионерами СС, потому что он для них является неким таким связующим звеном, и в любой непонятной ситуации говоря о том, что Путин вот скоро нападет. И, соответственно, это срабатывает, это используется многими латышскими партиями, хотя они это, конечно, будут отрицать, но, тем не менее, это очень видно. Поэтому, конечно, такие пропагандистские элементы, они присутствуют. Что касается Скобеевой и Попова, то, конечно, это не то, чем следует гордиться. Мы много куда попадали за время своей работы, и к Михалкову мы попадали в Бесогон, который, правда, на наш взгляд, не очень красиво поступил. Он замазал наши логотипы, хотя взял фрагмент из нашего эфира, интервью с Максимом Шевченко, который был на канале, и грянул Грэм, и просто замазал это все дело. Но мы там у него мелькали. Но знаете, мы на самом деле попадали еще во время своей работы на Балткоме и в Bloomberg, и в Reuters, и АФП, и еще в ряд международных СМИ. Ну да, нас это очень радует, и то, что нас цитируют, индексируют. И даже, кстати, в этом смысле мы не являемся такими, кто будет говорить, что нет, какой ужас, мы попали там к Соловьеву. К Соловьеву мы тоже попадали, кстати, и в YouTube, и на его программу 60 минут, и к Скобеевой, и Попову. С Поповым я, кстати, знаком лично. Не сказать, что неплохо, но знаком. Да, отлично, если считают... Там они, конечно, взяли фрагмент, я был уверен, что они его возьмут, потому что Станислав Шушкевич, бывший председатель Верховного Совета Беларуси, он сказал о том, что в Беларуси должен быть один государственный язык, белорусский. Это просто классическая история. Если бы они не взяли, я бы очень удивился эту цитату. Но так что в этом смысле, конечно, да. Ну, мне ради интереса я хотел посмотреть, сколько у нас подписчиков появится после того, как мы у них появились. Ну, не очень много. Так что в этом смысле телевизор и YouTube как-то разделен. Прирост аудитории, значит, не состоялся. Но, по крайней мере, наши гости, мы стараемся на нашем канале «Грянул Грэм» всегда сбалансированную позицию показывать. И что касается вот сейчас, мы говорили про эскалацию конфликта в Нагорном Карабахе, говорили о противостоянии между Армении и Азербайджаном, и, безусловно, здесь должны быть представлены две стороны, как минимум, это и Азербайджан, и Армения, и мы попытались это сделать, несмотря на трудности, потому что с Азербайджаном, не так просто сейчас связаться, учитывая, что там есть проблемы с интернетом, поэтому нам приходилось как-то маневрировать и связываться с гостем и по скайпу, и по телефону, и то, что вот, например, каналы федеральные российские берут какие-то вырезки из наших эфиров, мы стараемся как раз приглашать людей с разными точками зрения, и поэтому то, что они пробиваются и в эфире на федеральных каналах, политика которых, в принципе, ясна, это тоже не может не радовать, потому что мне кажется, что у людей должно формироваться критическое мышление, а для этого им нужно слышать и другую точку зрения. Ну, то есть я считаю, в принципе, что попасть на карандаш к Владимиру Соловьеву, это даже где-то плюс. Это говорит о качестве вашего канала и вашей работы. Потому что Владимир Соловьев просто так не реагирует на, как говорится, неталантливые передачи. Если возвращаться к политике... У нас вот была пресс-секретарь Светлана Тихонова. Да. Да-да, говорите, да. Ань. Да, у нас была пресс-секретарь Светлана Тихановская, Анна Красулина, и она регулярно участвует, дает интервью разным каналам, телеканалам «Дождю», другим каналам российским, и на нашем канале она, по всей видимости, сказала то, что не говорила никому, именно поэтому, видимо, и Соловьев, и Скобеева, они как-то обратили на это внимание и взяли этот фрагмент в свой стрим. Для нас это тоже было удивительно, потому что действительно Анна Красулина довольно часто комментирует происходящее, почему именно фрагмент из нашего интервью взяли. Это было удивительно. Но она нам рассказала, что происходило со Светланой Тихановской в кабинете главы ЦИК Ермошина в Беларуси. И, в общем-то, это действительно новость разошлась и много где цитировалась. А если говорить о Беларуси, вы являетесь соседями этого государства, этой республики. Как воспринимают? Для нас эта тема болезненная. Мы сами из Минска, поэтому все, что относится к Беларуси, к событиям именно в Минске, мы это все смотрим. Как эти события освещаются в Латвии, на ваш взгляд? И как реагируют обыкновенные, может быть, латыши, может, вы это знаете, на то, что происходит в Беларуси?
Ну, на самом деле по-разному, потому что, опять же, я вот говорил в начале нашего включения о том, что в диаспорах, в общинах очень своеобразное отношение к некоторым вопросам, и в частности, многие русскоязычные жители Латвии поддерживают Александра Лукашенко, и, соответственно, к оппозиции они относятся негативно именно по причине того, что это вот тот самый проклятый Запад, те самые Соединенные Штаты Америки, из которых вы сейчас вещаете, которые там за печеньки, в общем-то, хотят свергнуть нашего хорошего, правильного человека. Соответственно, такие настроения тоже есть, и таких людей, которые поддерживают Лукашенко, в данной ситуации достаточно много. Но если взять все-таки среднюю температуру по больнице, совместить вот это сложное латвийское общество, расколотое по языковому и этническому принципу, то все равно, в общем-то, многие люди, большинство, наверное, все-таки людей нашей страны, они считают, что как раз те люди, которые выходят на улицы, которые добиваются честных выборов, которые страдают под дубинками ОМОНа, в общем-то, они заслужили свое право быть свободными, и что Лукашенко пора уйти. Кстати, Латвия, которая достаточно долго была таким другом, товарищем Александра Лукашенко и его режима, потому что даже когда ЕС вводил санкции, латвийские политики на уровне премьер-министров тайно иногда встречались на границе там с представителями белорусской власти, она некоторое время ей потребовалось для того, чтобы выработать свою позицию, чтобы, в общем-то, высказать довольно четко, что нет, мы все-таки против Лукашенко, несмотря на то, что мы потеряем транзит, скорее всего, если он устоит, то мы потеряем транзит. И мы теряем транзит, который накануне мы российский транзит потеряли, но там они уже давно переориентировали свои мощности на Устлугу, там, Ирижский, там, порт, Лепойский, Венспилский. Они готовились к этому, хотя к этому сложно подготовиться, потому что альтернативы серьезные. Нет, была Белоруссия, на нее была определенная надежда, но и Белоруссию мы, судя по всему, посчитали. Но сегодня страны Балтии, они очень жестко критикуют Александра Лукашенко, его режим, ввели санкции в отношении того же Лукашенко, кстати, ему запрещен въезд в Латвию. Еще более 100 белорусским чиновникам, политикам, силовикам и даже деятелям культуры тоже запрещен въезд в страну. А Белоруссия сегодня, кстати, отметилась ответными санкциями, там тоже ввели, кому из Латвии запрещено въезжать в Беларусь. То есть сегодня Латвия определилась, она все-таки осуждает режим Лукашенко, но это далось ей на самом деле очень нелегко. Ну и жители, которые видели, что происходило после выборов первые три дня, в общем, там, ну, не знаю, очень сложно, мне кажется, возражать, найти какие-то аргументы за Лукашенко, когда просто мирных людей избивают дубинками безоружных женщин, там, практически детей. Ну, страшные кадры. Да, ну и вообще было интересно наблюдать за реакцией Латвии, потому что буквально недавно, до выборов, конечно, но недавно наш, опять же, премьер-министр, он посещал Беларусь специальным визитом и подарил Александру Лукашенко тогда хоккейную майку с надписью «Лукашенко номер один», если я правильно помню. И то есть это была такая доброжелательная, любезная встреча между лидерами двух стран. И это интересно, потому что сейчас риторика, она кардинально изменилась, хотя ситуация в Беларуси, как мы знаем, она ведь не поменялась за эти 26 лет. И политическая система Лукашенко, она была точно такой же, когда наш премьер-министр Каринш приезжал к нему на встречу, довольно доброжелательно с ним встречался. Но вот сейчас Латвия выразила свою такую ноту протеста, и в частности одна из первых действительно ввела санкции, Латвия, Литва и Эстония ввели санкции, Латвия отправила 150 тысяч евро на поддержку гражданского общества в Республике Беларусь, также потом еще 50 тысяч на поддержку. Кто-то назвал это, кстати, вмешательством со стороны Запада, и Лукашенко также делал такие заявления, что страны Балтии вмешиваются, в том числе и финансирование поступает. Ну а сейчас наш министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, он назвал ситуацию в Беларуси патовой, потому что действительно непонятно, что сейчас там будет происходить. И мы как журналисты продолжаем следить за развитием событий и понимаем, что действительно, ну, довольно сложно сказать, кто побеждает сейчас в этой ситуации, хотя были моменты, когда казалось, что Лукашенко проигрывает, были моменты, когда казалось, что он все-таки удерживает власть, а вот сейчас то, что происходит, и политикам сложно это как-то комментировать сейчас и говорить о том, кто конкретно сейчас там побеждает, протестующий или сам Александр Лукашенко. Но Латвия
вообще довольно интересно реагирует, потому что, если говорить о ценностях демократии, потому что в данном случае Латвия, выражая недовольство происходящим в Беларуси, говорит о ценностях демократии в стране, о том, что выборы не должны быть сфальсифицированы. Но мы можем посмотреть, что буквально недавно Латвию посещал министр иностранных дел, впервые посещал министр иностранных дел Саудовской Аравии. И, как мы знаем, Саудовская Аравия, ну, ее едва ли можно назвать демократичной страной. Более того, мы знаем отношение к людям нетрадиционной ориентации в Саудовской Аравии. А наш премьер-министр, министр иностранных дел Эдгар Ренкевич, он как раз является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Он об этом официально заявил и тоже столкнулся с определенным осуждением от латвийского общества, потому что оно довольно консервативно, да, оно довольно консервативно. И все-таки встреча прошла довольно доброжелательно, несмотря на то, что очевидно, что в Саудовской Аравии есть определенные трудности с демократией, если так дипломатично говорить. Ребят, сейчас мы уйдем на рекламу, и вы, пожалуйста, оставайтесь, и мы продолжим этот интересный разговор. В эфире программа «Политинформания» радиостанции «Народная волна» Чикаго. Ее ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Сегодня мы беседуем с авторами, ведущими YouTube-канала «Грянул Грэм», «Радио Болтком», Вадим Родионов и Анна Лейтланд Григорьева. Ребята, вы с нами? Да, мы вас слышим. Да, здравствуйте, да, да. Еще раз. И видим. Спасибо. Приятно. Ребят, такой вопрос. У вас есть такой евродепутат, госпожа Жданок, да? Я вот сейчас буду звучать почти как Владимир Соловьев и спрошу вот в таком контексте. Она патриот или она пятая колонна? Ну, знаете, это на самом деле такая спекулятивная риторика, потому что, когда речь заходит о партиях, которые, скажем, вне некого тренда, очень велик соблазн объявить их какими-то, там, не знаю, маргиналами. Это партия «Русский союз Латвии», Татьяна Жданова, депутат Европарламента, и она, кстати, очень последовательна в своей политике, за что, кстати, ее уважают даже многие ее оппоненты. Я вообще не очень люблю вот эти формулировки «пятая колонна», потому что демократия, она подразумевает, что ты можешь быть разным. К сожалению, и в Латвии тоже этим страдает. Очень часто, если ты высказываешь точку зрения, которая является законной, но в то же время, скажем так, выходит за рамки некого тренда, то человека стараются сделать маргиналом, объявить его врагом государства или почти врагом государства, и, соответственно, говорят, вот, знаете, как вот в Индии есть касты, такая каста неприкасаема. Мне кажется, что в этом как раз слабость, а не сила нашего государства, потому что тот же Русский Союз Латвии подвергался достаточно серьезным преследованиям, в том смысле, что когда они получили определенное количество процентов голосов на выборах, там более 2%, и по закону им полагалось государственное финансирование, ни один банк не открывал им счеты. То есть они не нарушали закон, они ничего фактически не нарушали, но банки на всякий случай, поскольку у нас там борьба со всякими деньгами, отмыванием и так далее, решили им счет не открывать. И это, кстати, показывает, что система несовершенна, потому что может не нравиться политик, может не нравиться его политика, но тем не менее сразу выбрасывать за борт не нарушающего закон таким образом, это несправедливо. Потому что еще один пример приведу, когда был референдум о статусе русского языка, сделать ли русский вторым государством. Да, для латышского народа это действительно болезненный вопрос, потому что язык является таким связующим, абсолютно сакральным элементом, и Латвия и латыши заинтересованы в том, чтобы он сохранялся, развивался. И, в общем-то, вопрос русского языка, Латвия находится, и латыши, это как небольшой язык и небольшой народ, между там, тот же английский, китайский, русский, эти большие языки, которые постоянно находятся рядом, конечно, они вот такую тревогу. Ну вот, когда, собственно, референдум был проведен, он был проведен абсолютно по закону, никаких нарушений не было. Но тем не менее, посчитали, что это враждебная для Латвии деятельность, и закрутили гайки так, что теперь фактически никакой референдум в стране провести невозможно, потому что просто собрать голоса для его проведения становится очень трудной задачей. И пострадали все в итоге, и латыши, и русские, и все другие. И мне кажется, что вот как раз
когда включаются такие элементы, что, давайте-ка мы вот ради того, чтобы этих как-то закрутить, закрутим всех, вот это меня пугает больше, чем та или иная партия. Я просто отмечу, что я не разделяю позиции Русского Союза Латвии. Для меня эта партия слишком советская, слишком радикальная. Но, тем не менее, они закон не нарушают, а если они не нарушают закон, то они имеют полное право работать, высказывать свои идеи, вербовать своих сторонников, опять же, в рамках законодательства, потому что иначе мы превращаемся в государство недемократическое. Поэтому так бы я сказал по поводу Татьяны Жданок и партии «Русский Союз Латвии», которую она возглавляет. Они, кстати, прошли на выборах последних в Рижскую Думу, так что да, они получили представительство в столице. Преодолели 5% барьер, для кого-то это стало неожиданностью, для них это достижение, безусловно. Но что касается патриотизма, я просто хочу добавить, что в Латвии на тему патриотизма очень умело, работая на свой электорат, политики спекулируют. И в частности, вот праздник 9 мая, президент Латвии Эгилс Левиц, он тогда как раз выступая перед журналистами, заявил о том, что тем, кто идет 9 мая возлагать к памятнику героям-освободителям в Риге цветы, им стоит задуматься, патриоты ли они своей страны, то есть лояльны ли они к своей стране, учитывая, что 9 мая, этот праздник, он, вызывает вопросы в обществе, в частности, есть националистически настроенные политики, которые считают это днем оккупации, и это такой долгий разговор, но в частности, вот на тему патриотизма, таким образом, пытаясь выдать национализм за патриотизм, очень политики на этом спекулируют, министр обороны у нас тогда написал пост в Твиттере, в котором усомнился в том, а нужно ли лечить тех людей от коронавируса, если заразятся те люди, которые пришли возложить цветы к памятнику 9 мая, нужно ли их вообще лечить от коронавируса. И эти высказывания, они, конечно, страшные и жуткие, особенно в 21 веке, когда это звучит, но и в целом, мне кажется, что попытки латвийского государства добиться лояльности от жителей Латвии, они могут просто опустошить нашу страну, к сожалению, потому что, как мы знаем, люди уезжают и, все меньше и меньше, да, людей остается, возвращается, конечно, все реже. Ребят, у вас в программе, на вашем YouTube-канале, так же, как и у нас, выступают очень много интересных людей, и политиков, и артистов, и журналистов, и политологов. А на ваш взгляд, кто вас удивил? Может. А может, никто не удивил? Да многие на самом деле удивляют. Да, знаете, здесь, видите, огромный объем работы. Иногда удивляют заявлениями, которые они говорят в нашем эфире. Да нет, меня больше на самом деле они удивляют не этим, потому что, вы тоже наверняка сталкиваетесь с этой проблемой. Это большая продюсерская работа, и когда мы ведем переговоры, у нас сегодня был стрим, например, про события в Карабахе, у нас было, не знаю, включений 7, наверное, в том числе с очевидцами. Там вот девушка была, которая в Степанакерте как раз, она туда приехала к бабушке и попала под обстрел. Были и армянская сторона и так далее. Но удивляет, нет, скорее даже не это. Иногда вот просто сталкиваешься с какими-то странными вещами, когда вдруг на тебя кто-то обижается, но ты этого даже не можешь понять. То есть ты попадаешь в какую-то блокировку. А вроде все было нормально. Потом кто-то из гостей на тебя обиделся, и что-то это гложет на протяжении долгого времени. Потом иногда ты выясняешь, что он обиделся, что, не знаю, там ракурс камеры вдруг не так на него был направлен в тот момент, или он скайп не так включил, его было не так хорошо слышно, и, соответственно, он считает, что таким образом против него вели какую-то игру. Вот это иногда удивляет, потому что приходится слышать это от таких, казалось бы, здравомыслящих людей, которые, что-то себе придумывают, и потом так это все интерпретируют, и потом верят же сами в то, что это какой-то заговор. А в целом, люди разные, конечно, есть интересные, есть не очень интересные, такое тоже случается. Как-то у нас в эфире был общественный деятель, журналист Антон Красовский, и он нас, наверное, удивил тем, что он пытался переубедить нас о том, что он знает, как живут в Латвии. Вот это нас удивило, потому что он говорил нам и убеждал нас, можно сказать, кричал на нас, потому что он считает, что в Латвии невозможно выйти на улицу и петь песню «Катюша». Мы же говорили ему об обратном, о том, что и 9 мая у нас звучат песни военных лет, и в целом, хоть сейчас мы можем выйти после интервью и начать, например, с Вадимом Города, эту песню, в центре города, где находится наша студия. И
Нет, наверное, если мы будем нарушать общественный порядок и мешать жителям Тихого центра спать, то вызовут полицию, просто это будет абсолютно справедливо. Да, но если мы будем петь на латышском и нарушать общественный порядок, нас тоже, скорее всего, накажут за нарушение общественного порядка. Так что дело не в Катюше и не в русском языке. Да, нам просто нравится. Ну вот бывают такие, конечно, резонансные высказывания. Бывает, что гость находится не в настроении, скажем, или просто он довольно импульсивный, и поэтому разговор идет на повышенных тонах, на каких-то таких интонациях и эмоциях. Но нам, как правило, конечно, нравится интервью, где можно копнуть глубоко, где можно поговорить о чем-то таком вечном и фундаментальном, и мне кажется, что это, ну, оставляет след и в размышлениях и наших зрителей, которые как бы хотим, чтобы у них и у нас всегда развивалось критическое мышление, поэтому вот нам эти разговоры с тем же Владимиром Познером, например, когда мы начинаем говорить о литературе, искусстве, они нам нравятся гораздо больше, чем когда мы говорим о политике, но о политике говорить тоже нужно, потому что мы журналисты, мы оперативно реагируем на актуальную повестку, это наша работа, и это тоже важно, безусловно. Но вот что касается удивления, то иногда удивляют размышления людей. Например, Людмила Улицкая в нашем эфире рассказала много историй своего детства, и это действительно, ну, затрагивает, не знаю, наши какие-то внутренние камертоны, и нас увлекает этот разговор. Не то, что удивляет, но у нас увлекает, и это, конечно, дает и отклик. Хотя не всегда, кстати. Да, здесь, кстати, вот интересная вещь, потому что самые такие интервью, которые там для меня или для Ани являются знаковыми, важными, которые нас обогатили или даже, возможно, изменили в чем-то, они не всегда собирают большую аудиторию. И это вот бывает немного обидно, когда какая-то, ну, назовем так, проходная история собирает там сотни тысяч просмотров, а вот действительно интервью, которое показалось тебе важным, которое что-то затронуло, оно там, ну, пару тысяч собрало и где-то там кануло именно в лету, в вечность, хочется верить, так пафосно сказать, потому что, ну, вот такое есть, да, и вот, например, интервью с Владимиром Крамником, которое мы делали на радио «Болтком», ну вот я его до сих пор вспоминаю как одно из самых таких важных, знаковых в моей профессиональной карьере, но у него просмотров там, по-моему, даже тысячи нет, но тем не менее это интервью, которое лично я считаю очень важным для себя. Ну и такого много, конечно, потому что когда говоришь там с Юрием Нарштейном, например, или с, не знаю, с... Мы делали интервью с Калоевым, который вот это известный, по нему сняли, по его истории сняли фильм «Несломленный», да, вот тот самый Калоев, который убил диспетчера. Это очень сложное, очень тяжелое для нас эмоциональное интервью, и мое отношение к Калоеву, оно очень тоже сложное, потому что я не считаю его героем, скорее это, конечно, трагедия его и той семьи, который он, в общем-то, нанес ущерб, убив этого парня. Но это интервью, которое, по крайней мере, заставляет меня к нему мысленно возвращаться уже спустя достаточно большое продолжительное время. Это то, что в какой-то степени заставляет тебя думать о многих вещах, что мир, он на самом деле гораздо сложнее, чем иногда кажется. И вот эта психологическая, эмоциональная история, которая прошла через его жизнь, которую он с нами поделился, вот, мне кажется, такие интервью, конечно, они очень важны для внутреннего мира, в том числе и интервьюеров. Потому что очень много интервью, которые рейтинговые, но ты их забываешь и, в общем-то, никогда не вспоминаешь. Ну, было и прошло. А вот есть те, которые остаются, несмотря на то, что их, может быть, немного увидим. Ребят, а в продолжении вот этого вот предыдущего вопроса, значит, я часто смотрю интервью на радио «Болтком», и у вас есть такая возможность, когда вам в студию кто-то звонит из радиослушателей и задают вопрос человеку, которого вы интервьюируете. И часто это звучит достаточно грубо. У нас это тоже бывает в нашей радиостудии. А как вы вообще справляетесь вот с этой грубостью? Как вот я вот смотрю на вас, Вадим, вы часто очень спокойно на все это реагируете. Мы бываем, кстати, иногда очень эмоционально в этом отношении. Да, мы бываем эмоционально. Как вы справляетесь вот с этой вот грубостью часто, которые звонят вам? Ну, они считают, что я не всегда, кстати, бываю спокойно. Да, они как раз думают иначе. Что я могу спокойнее отреагировать на некоторых наших радиослушателей. Нет, конечно, мы тоже люди, и, конечно, не сказать... Нет, у нас есть опыт, и мы умеем абстрагироваться от всей этой истории, потому что
Сегодня как раз у нас был эфир, и несколько наших слушателей позвонили. И... Да, и номинировали нас на Нобелевскую премию мира. Они сказали, что нужно ввести мини-Нобелевскую премию мира и номинировать вас, ну, нас с Вадимом. Для общения со слушателями. Да, наши поздравления. Ну, у нас, кстати, да. Ну, такой премии, мини-Нобелевской премии мира не существует, поэтому это только в абстракции можно предположить, но все равно это приятно, что наши слушатели, кто-то из наших слушателей ценит наш труд, периодически нас, когда мы приглашаем условно, мы, как я уже говорила, стараемся приглашать людей с разными взглядами и позициями, чтобы найти эту истину, чтобы не пропагандировать что-то, не быть пропагандой там, с одной стороны или с другой стороны. И в частности, вот когда мы приглашаем условного Владимира Жириновского в наш эфир, и выслушиваем его позицию, оппонируем ему где-то, где-то просто выслушиваем, где-то пытаемся как-то, ну, скорректировать это в разговоре, понять то, что он имеет в виду, то нас обвиняют в том, что мы, например, агенты Кремля условно. Когда мы приглашаем либеральных политиков, например, да, условно либерально настроенных политиков, которые выступают в оппозиции к нынешней, скажем, российской власти, если взять Россию за пример, то нас про нас говорят, что мы агенты Госдепа, это очевидно, что мы получаем оттуда деньги. И поэтому... Ну и Моссад, конечно, всегда. Не, ну, всегда без, куда без Моссада? Это территория, куда нас обвиняют. Да, практически во всем. Но, честно говоря, как-то мы уже научились спокойно воспринимать, не пропускать все через себя. И, соответственно, ты просто воспринимаешь эту агрессию. Агрессии много, правда есть. Мы вообще научились, знаете, как это сформулировать? Мы научились выжимать из хейтеров максимум возможного. Потому что, в конце концов, хейтеры... Они делятся своими эмоциями, пусть негативными, а это лучше, чем безразличие. Таким образом, в общем-то, это тоже влияет на... Значит, они смотрят, слушают то, что мы делаем, наш канал реагирует таким образом, но каждый реагирует, как умеет, соответственно, мы принимаем их такими, какие они есть. Поэтому, знаете, как это, нужно направить энергию в хорошее русло. Ну вот мы стараемся ее таким образом направлять. В просмотры, в трафик и, в конечном итоге, в монетизацию нашего YouTube-канала тоже. Ну, может быть, Вадим научился не пропускать это через себя, хотя мне кажется, что он сейчас тоже кокетничает в этом смысле, отчасти, потому что, безусловно, отчасти, мы впитываем все себя, ту энергию, которую наши слушатели направляют в отношении нас, те слова. Понятно, что мы можем отделить объективную критику от необъективной критики, наверное, ну да, в силу своего какого-то мышления, но тем не менее, лично на меня влияет очень сильно наши эфиры, когда слушатели звонят, обвиняют, или когда они высказывают ту точку зрения, которая кажется мне, ну, максимально жестокой, вот это становится страшным, потому что кажется, что вот мы столько говорим об этом, мы тоже стараемся только вкладывать и давать, опять же, те самые разные позиции, точки зрения, для того, чтобы слушатели могли думать. А иногда тенденция говорит об обратном, тенденция говорит о том, что наши некоторые слушатели, зрители вообще не сомневаются ни в чем, и они продолжают быть убежденными в своей правоте, и это, конечно, очень такой пугающая тенденция. Ну и в то же время у нас, например, если мы говорим про Болтком, да, про YouTube, кстати, тоже на нашем YouTube-канале «Грянул Грэм», так же, как и на Болткоме, нет какой-то предмодерации, ну, в редких случаях она случается в чате, когда там очевидные оскорбления возникают, так мы, конечно, призываем к корректности. На Болткоме у нас нет предмодерации в наших звонках, и наш слушатель, любой человек может позвонить, если он успеет дозвониться и задать вопрос. Но это свобода, мне кажется, что это тоже правильно, что каждый человек, что условный, я не знаю, там, Михаил Скингаракса может позвонить, задать вопрос Владимиру Познеру или там отчитать там, Владимира Жириновского или еще какого-то известного политика, которого раньше он мог видеть только в экране телевизора и, ну, никак не мог с ним контактировать вот так напрямую. Это тоже плюс, как мне кажется, и плюс к развитию демократических СМИ. У нас с Геннадием все очень просто. Он такой человек интеллигентный, культурный, а я на 180 градусов наоборот. Поэтому нам с ним легко принимать такие звонки. А если говорить о Латвии, для советского человека Латвия в культурном плане – это писатель Виллис Лацис, это актриса Лилита Азолиня. Я вот просто вспоминаю по сразу. Это композитор Раймонд Палс. И обязательно, конечно, актриса Вия Артмана, безусловно. И обязательно, конечно, фильм «Долгая дорога в дюнах», где играли замечательные актеры Киселиус и Эдуард Павлов. А что сегодня Латвия представляет в культурном плане?
Но вы упоминали Лилиту Озерлиню, она, кстати, ее можно нередко встретить на улицах Риги, как и Раймонда Паулса. Это, кстати, тоже, знаете, как у Довлатова Таллин он называл игрушечным городом, так и Ригу, наверное, можно назвать игрушечным городом в хорошем смысле, в том смысле, что вы можете выйти на улицу и встретить Раймонда Паулса, живого, который идет, что-то тебе под нос говорит и, видимо, пишет очередную новую мелодию. И Лилита Озерлиня, я ее, кстати, видел, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера, вот просто на улице встретил. В Латвии можете также, вот я помню, что когда Раймонд Вейн стал президентом Латвии, я пошел обедать в кафе, просто вышел с радио и встретил его там, он стоял с одним охранником, он был министром президента, он стоял в очереди, ждал своего там обеда в кафе, мы просто с ним знакомы и, соответственно, поздоровались, он такой говорит, я все еще стесняюсь, что меня называют господин президент. Вот это Латвия, на самом деле, она очень милая в этом смысле страна, очень доступная, не пафосная, нет там каких-то вот таких, как когда я работал в президентском пуле, так пафосно, опять же, названо, ездил по Средней Азии, встречался вот с среднеазиатскими лидерами, все эти золотые мейбахи, которые подогнали к нам в Туркмении. Вот, это все, конечно, совершенно не про нас. Но если говорить про Латвию сегодня культурную, то, например, в Латвии очень сильны традиции классической музыки, потому что Ирина Гаранча, например, ну вот Аня лучше может рассказать, потому что она музыкант по академическому образованию. Да, оперная певица наша, мать. Она номер один в мире сейчас, как оперный вокал. Вообще классическая музыка. Гидон Кремер, который, кстати, тоже отсюда, и Кремерата Балтика, которую он возглавляет, получила Грэмми. Это латвийский такой симфонический оркестр. Кстати, в Латвии сильна, несмотря на проблемы, сильна, например, наука, потому что Андрис Амбанис, который живет в Латвии, профессор, он является номером один сегодня в мире по квантовым компьютерам. То есть человек, который занимается алгоритмами квантовых компьютеров, он живет в Латвии. Мы с ним, кстати, говорили довольно забавно, потому что такой очень скромный человек, абсолютно гений, на мой взгляд. Его осенило, и он там совершил прорыв в этих своих... Я в этих вещах не очень понимаю, но понял, что там какая-то эврика случилась. Просто когда ехал в троллейбусе, и когда мы его спросили, ну как же, вот вы тогда изменили там целую революцию, совершили в этой науке, он сказал, ну я улыбнулся. Когда ехал в этом троллейбусе или автобусе, я там уже точно не помню. Поэтому в Латвии много прекрасных людей, больших ученых, деятелей науки, искусства, они есть. Может быть, сегодня просто такое время, что, как говорят, что большая поэзия больших величин закончилась на Бродском, потому что после этого были хорошие поэты, но не было уже вот таких фигур сопоставимых именно как одна личность. Просто время другое, но сегодня в Латвии очень много талантливых людей, я считаю. Да, ну, например, Петрис Васкс, композитор латвийский, который пишет симфоническую музыку и много духовной музыки он написал, и это действительно, ну, гордость страны, и когда, кстати, политики начинают говорить о патриотизме и вводить какие-то определенные критерии патриотизма, вот мне кажется, что истинными патриотами как раз являются те люди, которые вкладывают что-то в эту страну, это, опять же, деятели культуры и искусства, и если мы говорим про науку, если мы говорим, например, про медицину, то вот Ивар Калвинш, создатель препарата Милдронат, он вот также проживает в Латвии, как мы знаем, и вот дело Алексея Навального, в частности, которое также в Латвии широко обсуждалось, отравление Алексея Навального, он комментировал и на нашем канале «Грянул Грэм». Кстати, это интервью было очень рейтинговым, оно много где цитировалось, и в целом это человек, который, ну, достойно представляет нашу страну. И, кстати, недавно я общалась с ним на радио Болтком и задала ему вопрос о том, почему он уехал за границу, когда ему предлагали лабораторию там, и довольно-таки перспективные были у него там площадки для развития своей деятельности. И он тогда сказал, что я патриот своей Латвии. Но он патриот не в плохом смысле этого слова, потому что здесь очень, как я уже говорила, легко спекулировать на этой теме и говорить о том, что... Да. Ребят. Патриотизм – это национализм. Но вот что касается Ивара Калвинша, то он как раз патриот в самом хорошем смысле этого слова. Он остался, потому что он любит свою родину и хочет вкладывать в нее свои силы. Ребят, к сожалению, должен вас прервать. Большое вам спасибо за интервью. Желаем вам удачи в вашем деле и ждем вас снова в нашем эфире. Надеемся на наш еще эфир, чтобы мы вместе сотрудничали. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, спасибо. Да, спасибо вам. Да, было здорово. До свидания.